так как э, 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 если при, при, придется превратить театр в заповедник, как многие многих животных, многие растения, э, ну, я не буду возражать и я буду тогда работать в этом заповеднике. Но я надеюсь, что театр никуда не денется, потому что, что какое чтобы его не предрекали на протяжении многих веков, а он все равно есть и нет, да нет. Да появятся такие спектакли, которые говорят, что о, а искусство театра все-таки живо. Так что будем надеяться. Фестиваль уроки режиссуры в рамках биеннале театрального искусства представляет программу «Мастерская», гость которой сегодня народный артист От России Евгений Владимирович Князев. Жень, садитесь. У нас есть выбор. Начать со Станиславского, или начать с, поскольку фестиваль посвящен 125-летию встречи в Славянском базаре, или начать с Толстого. Предлагаю с Толстого. Почему? А может и со Станиславского? Я с удовольствием я только-только прочитал книгу, закончил читать, и она мне очень понравилась. Это книга Эллы Михалевой. Выдающаяся книга. А? Выдающаяся книга. Да, это начало. Репетиции начала театра Вахтангова, начало вот эти 20-е годы как это все становилось: Станиславский, Вахтангов все режиссеры, которые были рядом, Сулержицкий. Но самые э, драматичные годы э, это годы после смерти, ну, я не люблю сидеть, я можно я не буду сидеть? Всегда будете стоять. А то есть рассядусь, и потом ребятам не видно, они же сидят там, и это как-то не видно. А так мне каждого. А я, я, с вашего позволения, буду сидеть. А вы будете сидеть, да-да-да. Я буду стоять, и это все. А слышно нормально, микрофоны не нужны никакие. Ну и все. Поэтому это удивительная книга, поэтому Станиславский так много дал. Вахтангов, Вахтангову, а Вахтангов вот это как раз мой вопрос. Вахтанговскому театру и э, ох здесь наверное разные школы присутствуют. Школа студимхад прям вот прям вот против меня сидит. Но я э, прям хочу сказать э, по-настоящему э, э, Вахтанговцы боролись за Станиславского и за его систему. Благодаря Вахтангову и дальнейшим его ученикам, что позволю себе бестактность сказать, что мы на сегодняшний день продолжаем этим же заниматься. Это как раз и был мой вопрос, потому что я хотела узнать э, при той коренной творческой эстетической связи Вахтангова и Станиславского, которая нам очевидно известна. А, жива ли она сегодня для ваших учеников? Она жива И мы говорим, что вы приходите и поступаете сюда Вы поступили в Вахтанговскую школу Но Вахтанговская школа это, это а, исключительно а, Вахтанговская система Но а, а, я не знаю до какой степени молодые взрослые ну, Можно я тогда буду вот думать? То что думаю, то и говорю коли я уже здесь оказался да, 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 да. Да. Э э э э ведь э провал Вахтангова, когда он случился у него при постановке со студентами, которая часть этих все-таки в дальнейшем дошла до создания, ну там Софьи Котлубай, единственная, Ксения Котлубай, которая прошла от первой самой той студии, когда они в 2013 в году провалились с пьесой «Усадьба Ладиных». Они провалились благополучно. Мне не попались эти заметки, все дневники находятся в музее МХАТа, и поэтому, наверное, когда-нибудь они опубликуются. Но историки там театра или ну как бы всегда же интересно интерес инте, интересненькое что-нибудь рассказать так вот когда а, Вахта, когда Станиславский узнал что Вахтангов провалился работая по его системе ставя спектакль он был до такой степени а, сердит на него что он сказал, я запрещаю тебе работать в этих театральных студиях. Категорически, потому что если моя система не может работать в этих студиях, я тебе запрещаю. Тогда эти студийцы э, ним А Вахтангов их предупреждал. И к молодежи это, это имеет самое непосредственное отношение, что для того, хоть, хотя бы заниматься, чтобы заниматься хотя бы каким-то делом, для этого этому делу нужно научиться. И он их предупреждал, что прежде чем ставить спектакль, давайте мы немножечко поучимся и позанимаемся. Но молодежь, она говорит, мы все сумеем, мы это сделаем быстро, и все у нас э, как бы случится. И поэтому они очень быстро сказали себе, нет, ставьте спектакль. Спектакль не получился, спектакль провалился. И тогда эти студенты, понимая, что они виноваты перед ним, они стали уговаривать Вахтангова, чтобы он с ними позанимался по системе Станиславского. На что ему, им было сказано, что Станиславский мне запретил. И вот тогда они созвали его какое-нибудь такое глухое место, где их никто не подслушает, а это место оказалось в Воробьевы горы, Свела сирень, это была весна, цвела сирень, и они его там, на этих Воробьевых горах, уговаривали, чтобы он с ними репетировал. Он отнекивался, отнекивался, но они поклялись, что до тех пор, пока он сам не скажет, что они готовы, и что он может их представить, они никому не скажут, что они репетируют, и что они вообще, что с ним они занимаются». Ну, на эту клятву он... А как вы поклянетесь, спросил он, тогда они взялись за руки, если здесь студенты театральных вузов, и вы все знаете, что вот эта вот клятва существует перед каждым экзаменом, когда все берутся за руки, а еще в тот момент у первых наших вахтанговцев были веточки сирени, поэтому сирень является символом вахтанговского театра, и они тогда поклялись, что мы никогда и будем только учиться, и только будем этим заниматься. И тогда он согласился и назначил на осень и э, 23 октября уже по новому стилю он тогда прочитал им первую лекцию по системе Станиславского по тому по э, по, по всем системам по по школе, по разделам, он все это рассказал, он э, провел несколько занятий, сказал, что э, занятия должны быть полноценные, они должны быть постоянно идти, поэтому мы должны тогда из числа ваших вот, вот, вот этих студийцев, э, кто-то, который ну, у кого есть душа к этому лежит, он сразу же, начиная учить, других, будет учиться сам быть учителем, и вот такая вот преемственность, вот она пошла, и оттуда появился Борис Захава и Вера Константиновна Львова, первые наши учителя, которые прошли, а Вера Константиновна Львова даже я еще у нее учился, потому что вот она вот оттуда подойдет. У нас такая близкая связь с Вахтанговым, несмотря на то, что уже сто лет прошло. Через три рукопожатия. Через три рукопожатия. Да, очень рядышком. А я с Верой Константиновной здоровался вот прямо вот рядом, поэтому я с Вахтанговым, можно сказать, прямо можно сказать, вот просто через стол. Поэтому Вахтанговский театр, и, ну, и я тогда, вот, это, как бы эту историю мы закончили, эта связь с системой Станиславского учил он только по системе Станиславского, и методология, и все разделы, от, начиная от внимания, там, оценка факта, перемена отношений, ну, все вот эти вот разделы актерского мастерства, которые существуют в школе, он, они у нас продолжают существовать э, до сих пор. Мало того, что они существуют до сих пор. В, в каких-то 20-х годах точные даты нам неизвестны, но в каких-то, наверное, в каких-то 20 там, э, там один э, был э, когда, когда Немирович Данченко все-таки третью студию художественного театра хотел прибрать к рукам художественного театра, а вахтанговцы бились от него и сказали, что мы никогда не попадем, не пойдем мы в систему в театр, в художественного театра, мы будем верны делу своего учителя. И они Ради этого они обращались, это я все знал из этой книги, они ждали э, Станиславского, когда он вернется из заграничных гастролей, и обращались к Мир Хольду, которого э, э, Бахтангов считал одним из режиссеров будущего. Но и вот они обращались к нему с тем, чтобы они разговаривали с Луначарским. И все-таки в 1926 году им удалось отстоять присоединение, как вот вторую студию Мхат, присоединили, отпустили, какую-то студию присоединили. Вот сейчас как бы здесь я могу, здесь Ольга мне поправит в этом смысле, но это как бы не имеет, ну как бы вторая студия, по-моему, превратила в собственный театр, а какая-то студия присоединилась. А вахтанговцы вообще отпочковались и как бы как будто бы их, вот как будто бы они уже стали называться студия имени Вахтангова. Вот. Они бились долго за особняк Берга на Арбате, там, где мы сейчас находимся, и это сделали эти самые студийцы, которые крепко-крепко держались друг за друга и сказали, мы понесем свое дело, и я могу с позицией 2022 года от лица артистов театра 22 -го года сказать, что мы держимся друг за друга, держимся за имя вахтангова и имя Вахтангова оно для, оно для нас как икона. Мы, если хотите, на него молимся. Мы ходим на каждый, на каждый праздник на кладбище, мы протираем этот обелиск, мы стоим около него фотографируемся, студенты первого курса, когда поступают в институт со своими худруками едут на Новодевичье кладбище, чтобы пройтись по аллее Вахтанговского театра посмотреть на всех выдающихся людей которые создавали театр Вахтангов который... отсюда начинается закладывание памяти отсюда начинается ну, воспитание что ли, своего Вахтанговского духа и до сих пор большому большой нашей радости там я не знаю как сказать в театре Вахтангова приживаются в основном выпускники нашего института хотим мы того или не хотим как Римас не стремился к этому как он не не открыл однажды сказал что такое нужно пустить свежую кровь он открыл э, двери для прослушивания и поступления в театр у нас была можно сказать, ходынка настоящая из трех дней, когда были толпы народу, которые ходили по театру, показывались, бесконечно показывались, показывались. Он отобрал человек, наверное, шесть не нашей школы. Он взял из нашей школы человек восемь, наверное, человек шесть не из нашей школы. Ну, не поверите, их не осталось в театре. Они не прижились, к сожалению. Нет, нет ни радости, не испытываю никакой радости, ничего я я просто констатирую. Так случилось, я? Так, получилось. так получилось, так случилось. Анжелика Холина, которая поставила у нас спектакль, Анна Каренина, который идет до сих пор. Вчера я его играл, идет до сих пор. Она просто пришла к Римусу и сказала, пожалуйста, не надо никого смотреть. Вот нас устраивают выпускники Щукинского института, этого нам вполне достаточно. Ну как, ну я же, коли я стою здесь, я же должен себя похвалить, и я же должен... Рассказать... Можно теперь я вас похвалю, Евгений давайте, Владимирович? Давайте, давайте. Мне давайте. даже как-то хочется в этот момент тоже встать. Да. Когда мы с вами договаривались об этой встрече, мы э, говорили о том, что это будет встреча под э, условным названием «Князев о князе». Потому что э, мы хотели обсудить историю возникновения роли, на мой взгляд, совершенно выдающейся, э, которую Евгений Владимирович сыграл, и о которой, я надеюсь, мы сейчас поговорим. Э, и сейчас мы плавно переходим к Толстому. Э, Генерал-аншеф... Друг Кутузова, аншеф – это главнокомандующий, если кто не знает. Дворянин, отец Андрея и Марии, князь Николай Андреевич Балконский, ну, по свидетельству и по оценке всех, является второстепенным участником, ярким, но второстепенным участником среди героев романа «Война и мир». Ваша работа сделала его абсолютно первостепенным, потому что именно через князя Балконского идут очень важные посылы, смыслы, эмоции. И хочется узнать, так ли задумывалось режиссером, или это вышло в процессе репетиции и возрастания роли в репетиционном процессе? Вообще репетиция и принятие решения войны и мира Римасом, оно было очень Спонтанно и неожиданно. Он давно после Евгения Онегина у нас ничего не Евгений Онегин, потом мы выпустили царя Эдипа, и больше он ничего не делал. Он думал о том, что нужно выпустить что-нибудь. И каждый раз у него спрашивали, какие ваши планы на будущий сезон. Ну, я буду думать там про войну и мир, говорил он. И каждый сезон, начало каждого сезона мы думали, что объявления там начнутся, репетиции войны и мира. И даже когда был объявлен сезон, вот этот юбилейный, к, ну вот, к 21 году, на открытии сезона, не было также произнесено, что он начнет репетировать. Он назвал всякие другие пьесы. Он назвал 13 других пьес, которые будут делать молодые режиссеры. Они были все сделаны. Сам он уезжал. Это был период пандемии. Потом он вернулся. Из 13 выпущенных спектаклей 8 он тут же снял за сказал, что это порочит будет лицо э, нашу сцены и вот просто э, вынул из репертуара, несмотря на те траты, которые это были. И ничего как бы такого не было. Потом он вдруг тихонечко начал вызывать каких-то молодых ребят и сказали: это война и мир, никаких распределений, никаких разговоров вообще. Ну вот чем потихоньку. Вообще не он... было распределения. А? Не было распределения? Не было ни распределения, ничего не было. Он стал кого-то вызывать. Сидели, они ходили. У нас есть Симоновская сцена, там есть репетиционный зал на четвертом этаже, там тихо и Вообще какая-то такая глушь, и как будто в театре ничего не происходит, и где-то какие-то какие репетиции. Уже ближе к концу предыдущего сезона он говорит, может быть, ты зайдешь, почитаешь там. Я говорю, да, с удовольствием. А какую бы ты роль хотел играть? Я говорю, а... Скажу сейчас, почему я так сказал. До этого ушел Василий Семенович Лановой. Вот только в январе он ушел, его не было. И это случилось очень быстро. В течение месяца его не стало. Мы играли. Вдруг наступил Новый год, и он плохо себя почувствовал. Его положили в больницу. А в конце января у нас был праздник. Вы помните, когда мы вручали книгу «Золотая п -п 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 премия», вот эта книга, ну, ваша премия, как она называется? Роман. Театральный роман. Театральный роман. И вот на этот театральный роман мне позвонили и сказали, что Василий Семенович ушел. Вот. А до этого мы всегда разговаривали. Он говорил, Римас начнет э, репетировать «Войну и мир». И я ему сказал, старый князь Балконский, это я, он говорил, ну, я говорю, ну и здорово. А ты будешь мне помогать? Потому что мало ли что, я тоже уже не, не, не молодой, и я э, э, там, э, ну, вдвоем будем. Я сказал, ну хорошо. И когда он спросил, э, кого я хочу, то я, естественно, в, вот э, от этого разговора, от этой памяти, я сказал, старого князя Балконского. Ага, ну и правильно. И мы пошли на эту репетицию. Мы пришли... Там сидели молодые ребята, тогда еще не был даже Добронравова, он еще даже и не вызывался на репетиции Юрий Полик и Гахарманов. Какие-то молодые девочки. Ну, вот они сидели, Пашка Попов, и вот они сидели, чего-то такое карпели и э, такие, такие бдения, что-то они хохочут, что-то они разговаривают, что-то. Ну, вот дошли. Давайте прочитаем вот эту сцену. Мы прочитали эту сцену, еще раз прочитали эту сцену и разошлись. Вот и все и до, разошлись до, фактически до момента, пока вдруг не было объявлено, что начинаются репетиции войны и мира. А до этого их не было. Это были просто вот так вот. Он так прикидывал и понимал, будет это, сможет это быть или не сможет. Как, как это сделать? Как это сделать, этот огромный роман, чтобы он вошел? Эм, ведь не случилось же еще события те, в которых мы сейчас все находимся и о чем написаны события в войне и мире, ведь события, ведь роман-то написан в середине XIX века про события начала XIX века. Про совсем, а? совсем другие события. Про совсем другие события. Да. Но он так типологически точен, что э, сама структура Войны и Мира. Сама структура Войны и Мира и э, Uh, uh, и как бы вот это вот... Все, uh, ну да, ну, сейчас я не буду в исторические... Да, мы сейчас о роли. Это, 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 это yeah. не мое это дело и вообще, но, yeah. но события, события uh, происходящие в Европе в начале 19 века, они практически сходны с событиями... Этого века. Но как бы: а вот как а как уже мы будем зацикливать? Зацик... 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 А в нюансировке они, наверное, разные, потому что там была Первая мировая война, а, а, а здесь мы чуть ли не находимся на грани Третьей мировой войны. Поэтому... Если не четвертой. Это... Евгений Владимирович, я да. переключу. Да. Вы, мы сейчас поговорили о системе в самом начале. Помните, в театральном романе Станиславский, то есть Иван Васильевич, вызывает артистов на репетицию и говорит: сядьте на сцену и положите под себя руки. Да. Не стучите по рукоятке. На записи слышно. А теперь я прошу: вот о чем. Я очень хорошо помню почти все ваши мизансценические появления в спектакле и помню, что князь играет на незримой партитуре, на... исполняет как бы партию на фортепиано. Я хочу поподробнее узнать о партитуре этой роли, как она выстраивается. Ой, боже мой, это если бы можно было бы рассказать, если бы можно было бы написать об этом книгу, но не удастся, не получится совершенно. Может быть, попытаться это... стоит. Но совершенно не получится, это для этого нужно либо тогда талантливый писатель, который, который вот то, что я сейчас в трех словах расскажу, опишет это и допишет до состояния книги, либо просто поверите мне на слово. Верю. Да. Значит, говорит. Значит, на завтра вызывается сватовство князя, этого... князя Василия и ну, да, 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 Анатолия. Этого. Анатолия и Анатолия и княжны Марии. Ну и как бы хорошо, ну и хорошо, придем мы на, на эту репетицию. Так, вот говорит Римас, ну давайте, я даже не знаю как. Но это будет глупо, если мы будем там по-настоящему это делать. Он же... Он же, а там же там убрали как часть текста, когда он увидел мадемуазель Бурье, но он там к ней пристроился, князь Балконский это увидел, и как бы у него отношение к этому Куракину, оно, Курагину, оно определилось определеннейшим образом. Он говорит, тогда нет, тогда из того, что вот это все происходит, он не должен ходить. И он тогда, принимая их радушно, он должен его тогда разыграть, их разыграть и сделать все, чтобы не выходить, ну, то есть, княжна Марья, она тоже знает о похождениях, ну, как бы вот много там каких-то превходящих, говорит, я даже не знаю, что делать. Ну, ну, ну заходи, ну, заходите. Ну, какой там те первый текст? Что послужить решили царю отечеству? Да, ну славно, славно такому. Что ж во фронте? Он говорит, нет, полк наш выступил, а я числюсь. И говорит, папа, а, а где я числюсь? И вот это где я числюсь? Он говорит, переломное событие. вот до, до выхода он тоже какую-то глупость сказал. Он сказал такую глупость, что эта глупость заставляет их смеяться над ним и продолжается разговор. Значит, вы решили послужить, да? И это очень хорошо, у вас такой внешний вид хороший, что говорит, ну что, вы служите как бы... Будто... Отечеству или числитесь? Да, 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 он говорит, нет, я числюсь. Полк наш высыл, а я числюсь. Это дает еще в большей степени понимать, что этот человек ему им как бы не, не подходит совсем. Не ко двору. С, не ко двору совсем. И тогда он начинает над ними ну просто издеваться. Ну просто начинает издеваться, но только чтобы это не было заметно. Вот это вот была поставлена задача. Нет, ну Боже сохрани, как бы, чтобы это все э, никоим ни, ни, ни образом. И, э, и Мария переоделась, она плохо оделась, не так, как она, как она просто позволила себе прийти в таком виде. Ты Мария дурна и ты. Вы Извините, пожалуйста, я, это я про свою дочь, а вам все равно, какая она это. Я сказал про нее, что она дурна, а вы, rails, пожалуйста, и это все. Ты иди, Мари, поиграй лучше каким-то образом. И, и, и это все, это все ähm, ä, было, mh, наверное, не так. У него в голове у Римаса срабатывали какие-то эти штуки. А потом он вдруг вскакивает Римас, и говорит: "Подожди, Jegod. иди, играй. Звукоператор есть?" играй что-нибудь, тот какой-то включает, какой-то, какой-то, говорит, не то. Надо что-нибудь, чтобы это было неинтересно, плохо игралось. Вот есть какой-то, он нашел какой-то медленный, и я даже не помню сейчас, это какой-то известный исполнение какого-то какого, -то, какого -то романса. Он, и, и, играй, да, э, э, не то. К следующей репетиции найдешь, чтобы это было... Известная мелодия, но игралась не очень хорошо. Да, что ты видишь это все это все тебя раздражает тебе раздражает от того что тебе раздражает эта игра а раздражает в большей степени они тогда ты над ними еще в большей степени издеваешься и он говорит значит ты выходишь ты выходишь и э, когда она заиграла уже прекрасную вещь то, а, говорит, а ты можешь а, а вот играй и говорю, как играй? Ну, вот так вот играй, вот просто вот, как будто вот, ты играешь это все. И говорю, как, ну, как ни, ни с того, ни с сего. А, не понимаешь, он начинает вскакивать, римус там это все. Вот, то, что и вот, вот это вот играет это все. Ну, я вот это вот поиграл, это все, да. Ну, это так, да, 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 это вот все. А теперь нота вот эта, ах, это вот все это говорит о том, что у него хороший вкус, он любит очень музыку, у него это все потрясающе, вот как бы это, это все. И, 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 и дальше э, история с Марией, которую он э, приводит, это все, Мария у нее у самой нету, большого желания выходить замуж, за, и он не очень нравится, этот красавец ей, потому что Мария чистый человек, и отец ей говорит, ты можешь, эм, тп, я предоставляю тебе абсолютнейшую свободу, я тебе предоставляю свободу, ты можешь сама принять какое угодно решение, но я тебе предлагаю, подумай, как следует, потому что если ему велят, он не только на тебе, он на комхоз женится. Не ты ему нужна, а. Что... И она, как бы, идет на это и говорит: Я не пойду на него. И когда она говорит: я не выйду, говорит: ну вот его все видишь. Вот весь, весь до свидания, и заканчивается это все дракой князей. И вот он назвал это дракой князей и сделал вот эту сцену он в одну репетицию. Вот-вот-вот он пришел, вот это нам все показал, и сказал: Все, я сделал сцену, а дальше вы ее играете. Вот и вся эта вот сцена, вот, вот как это... Вот Вот и с... вся недолга. Вот и вся недолга. И это никаких поисков тебе, никаких тебе... Хорошо, вот для... Не... для него, возможно, и не было поисков, Евгений Владимирович. Но, вот я тут вчера, готовясь к нашей встрече, почитала дневники Толстого, я вообще их частенько их открываю, и вижу некоторые записи поздних лет, они как будто вот написаны Николаем Андреевичем, такие раздражительные, такие морально... Э, Ригористические, жесткие вот какие источники вам помогали кроме режиссуры ну во-первых мы ездили в ясную поляну тогда и мне показывали портрет э, Балконского и э, кстати сказать мне просто пальцем говорит, смотри он похож на да я видела его да и это все а потом это же все-таки дед Толстого, это же это все-таки это, это это вот тот, о котором он, о котором он, которым очень тепло и добро отзывается. Ведь для меня лично показано три семейства, три семейства из Войны и Мира. Это, ну, скажем так. Граждане, патриоты, балконские, те, которые для него э, э, служба. Это служение всего. И э, отправляя сына на фронт, произнести фразу, это надо же еще иметь мужество сказать такую фразу: "Ты, э, ежели тебя убьют, князь Андрей, знай" что мне, старику, будет очень больно. Но, ежели я услышу, что ты вел себя не как сын Николая Балконского, мне будет стыдно. И сын, который похож на него, который ему отвечает, а вот этого вы могли бы мне и не говорить. И какие бы сложные отношения их не были, он говорит, а я хочу вас попросить, ежели меня убьют и у меня будет сын, вы его никому не отдавайте, пусть он растет у вас. Как бы мы ни говорили, какие у них не были сложные отношения вот здесь. И вот, вот на этой сцене мы бились, наверное, больше, внутренне по разговору, потому что, ну просто, но ну, как же так, это же сын, как такие вещи сказать можно, как это все. Нет никакой любви, ты ее не, не должен играть, ты ее нигде не должен показать, нет. Разговариваешь только сухо, только цифрами. Это письмо передашь, это сделаешь вот это, я раньше тебя умру, ты сделаешь вот это, ты сделаешь вот это, сделаешь вот это. И только когда Одна фраза тебе дается на, на проявить свои человеческие отношения, когда ты ему говоришь: "Ну, простились, ступай". И когда он хочет прикоснуться сын к отцу, он кричит ему: "Ступай же!" и уходит оттуда, не взглянув на него. Вот это, вот, вот над этой сценой мы ее вероятно репетировали, потому что вот просто, потому что хотелось э, вложить, э, 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 а теперь слушай, мне должно прежде тебя умереть, и я тебе прошу вот эти записки государя отдашь. Нет, сухо. Ты приказываешь, ты приказываешь, это письмо отдашь э, этому Кутузову. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал это скверная должность. И скажешь ему, что я его помню и люблю. Скажешь я ему, я говорю: скажешь ему, что я его помню. Люблю. Нет! Нет! Ты находишься в изгнании, но ты себя ощущаешь здесь выше всех. Тебя заставили здесь находиться. Он должен быть сейчас на передовой. Почему он шинель себя не снимает? Он ходит в этой шинели, потому что он оскорблен. Вот как бы вот это вот эта интонация Римаса, когда требование такое вот было. И ни одного слова ты не имеешь права сговорить какой-то какой доброжелательной, мягкой интонации. Ни одного слова. Даже в последней сцене, и там вот как только вот ты просишь у нее прощения, она только протягивает руку прощаться, ты отгоняешь: никто не имеет права тебя пожалеть. И ты никого не пожалеешь. А что произошло в Ясной Поляне? Вы раньше видели? В Ясной Поляне. Ну, Ясной Поляне. Потому что могила Толстого родина. удивительно. Она моя родина, во-первых. Поэтому быть находиться в Ясной Поляне, для меня это было очень, как бы, очень. А так как я и школа моя была километров в двух, двух от Ясной Поляны. В самом... Боже, Евгений Владимирович. Вот. То есть вы просто я выросли много времени, там. Я много времени проводил в Ясной а, Поляне. Вот да. что помогло-то незримо. Ну, да, да. А? ну, знаете, там много людей, которые живут в Ясной Поляне. Нет, ну, не все на сцене-то ну, играют. Да, 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 тогда все должны бы, да. А, не, нет, и, и мне очень нравилось ходить в Ясную Поляну. И первая профессия, которую я себе выбрал, это профессия экскурсовода. Она тоже театральная. А, да, я ее выбрал себе, потому что я вот, когда приходил в Ясную Поляну, там водили экскур экскурсии по, по, этой самой... И я след за всеми, я к кому-нибудь пристраивался и слушал. А потом я приходил и дома делал свою собственную экскурсию. А так как я, я и продолжаю оставаться стеснительным до сих пор, я шел один по улице по, по Ясной Поляне и самому себе вслух рассказывал, как будто представлял много людей, и я им рассказывал вот этот пруд, вот эта лавочка, вот эта скамеечка, где я себя приводил там вот к этому дому, где они жили, вот эта Рига была, вот эта посадка. мне очень стыдно, я не знала, что вы воспитаны толстым до такой степени. Ну, я, мне нравилось просто, да-да-да. Ну вот, и, и при, приходил к этой зеленой… Да, и когда мы сейчас, сейчас реже мне там удается бывать, гораздо последний раз, когда там, когда, ну, восстанавливался сад Толстого, и они, яблони, уже постарели, они не могут, не, не живут вечно, нет, даже если за ними очень здорово ухаживать. До, поэтому привезли новые саженцы, и тогда родственники Толстого собрали часть какой-то народа, и вот я попал тоже в это число, и я приезжал туда, и, и там где-то растет яблоня мной посаженная в этом саду, это очень приятно, да. Поэтому, когда мы приехали туда, для меня это было, ну, как бы здорово, неожиданно, и... Ну, конечно, никто не предпо как, даже предположить не может, как, как пройдет этот спектакль на улице э э с микрофонами. Спектакль Война и мир под открытым небом в Ясной Поляне. Это, это было какое-то явление. Это было. Ну, первый спектакль. Ну, конечно, было трудно приспособиться, но там были созданы все условия. Ну, что мы сделали? Мы, конечно, каждый сам по себе. Пошли, бородили по усадьбе. Конечно, все пришли к могиле Льва Николаевича. А так как этот спектакль для театра Вахтангова ⁇ это особенная веха, я думаю, что для театрального мира тоже. Несомненно так. Вот, то мы поклонились там гению Толстого. Кто-то даже на коленях постоял перед его, попросив его благословения. Но вот видно, благословение было. И случилось так, как случилось, и мы играли этот спектакль, начиная в 8, там, половины девятого вечера только начинали, заканчивался спектакль во втором часу ночи. Ни один человек со спектакля не уходил, и он прошел хорошо, и как бы мы были, выдохнули. И на следующий день мы также шли на спектакль с тем же ощущением, но нам было уготовано пройти через испытания. И играя первый акт, это было, вот я просто это помню, когда это все началось, это была сцена сватовства Анатолия и Марьи, вот я на сцене в этот момент, в этот момент вдруг сверкнули молнии, загрохотала гроза и мгновенно полился дождь. Мы не успели доиграть эту сцену даже до конца, мы увидели, как побежали какие-то люди, которые убирали микрофоны, чтобы они не замочились, стали раздавать плащи людям, вот так вот, передавая из ряда в ряд. Понятно, что наша сцена как бы прошла это мимо, но за нашу, за, до конца, пока мы ее доиграли, вот это вот все раздали плащи, люди там на, на себя накинули там эти дождевики. И мы говорим себе, ну вот и... Второй спектакль, вот Толстой на нас и рассердился, и вот здесь оно сегодня-то и случится то, что и должно было бы быть. Он не должен был бы нас принять. И начался таким образом антракт. И в антракте мы с уверенностью ждем, что сейчас, если нас встретит там какая-то часть в каких-нибудь поддержанных театралов, потому что настоящий театрал должны быть только те, которые уже, которые без театра жить не могут, которые... Это поддержанные театралы, это выражение не мое, это выражение Островского, это у него, да-да-да-да-да, это Каринкина говорит этому самому, да-да-да, приедут несколько поддержанных театралов, да, вот, поэтому, да, вот поэтому я так произношу это слово, не, не в оскорбительном этом смысле. И, и, э, и следующую фразу, которую из Островского, э, 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 ну сейчас потом она попал, попозже. И и э, э, и вот случился дождь, и когда начался второй акт, а второй акт начинается фактически с поездки на вальс семейства на, на бал семейства Ростовых, и э, вот этот вот э, вот этот вальс, который Римас поставил, как вот это вот у меня каждый раз некоторые сцены у меня до сих пор не укладывается в голове, как он это придумал, как он сделал так, что у меня кому горлу, нахожусь ли я в гримерной, Стою ли я за кулисами, когда да, и удается посмотреть из там потихонечку войти в зал, в зрительный зал, когда вдруг один человек, когда говорит: ай, мы будем этот бал делать, эта толпа здесь будет ходить. Это все, и ее не будет видно. Она будет, все будут разглядывать, кто это прошел, а это какая артистка. Нет, нет, нет уберите все! Что уберите? Лавки все уберите, кричит он. А он плохо себя чувствовал еще, очень плохо себя, поэтому и он что не скажет, тут же все выполняют. Не дай бог что-нибудь случится, еще мы еще виноваты будем, поэтому лучше сразу сделать, чтобы там и не спорить с ним. Убрали эти лавки. Так, Наташа, ты отстань на тебя смотрят. И вот ты там стоишь, на тебя все смотрят. А на сцене ты будешь стоять одна, и тебя будут все разглядывать, а тебе стыдно. А ты говори, как тебе хочется танцевать. И вот она вот чего-то такое, вот через какое-то преодоление, как мне хотелось бы танцевать. А с этой огромной сцены маленькой девочки, правда, хочется уйти. Это, это, это вот только ощущение, что актерская профессия легкая. Вышел на сцену и все у тебя как бы складно получается. Ты попробуй выйди вот сюда и начни там, там ну, болтать, там, ладно, говорить, там, наверное, каждый человек сможет. А вот там сыграть что-нибудь другим текстом. Это очень трудно, это не, не вот так просто. И теперь он говорит, а вот тебе же хочется танцевать этот вальс, вальс, хочется, чтобы кто-то ее пригласил, а никого нету. И вот она внутри, у нее заводится, включается этот вальс, и она, и, и вот тут вальс ее подхватил, и она одна полетела по сцене, вот эта стена разъезжается, и она еще больше, еще меньше девочка становится потому что сцена уезжает до самой-самой глубины, и вот такая вот девочка на этой сцене одна этот танцует вальс, и вдруг откуда-то, я даже, даже я каждый раз, сейчас я вижу, откуда он там появляется, а сначала я не появлялся, и вдруг она танцует вдвоем, откуда он взялся, этот Балконский, как он там появился, это комок это это вот ощущение восторга как да, волшебства театрального волшебства, волшебства театрального как он это мог сделать так же как и второй вальс который он сделал уже в черном платье также и побоище на, на посредствами войны одни одного человека Коленьки ростова и это вот все сделано одним человеком и это вот это вот вызывает глубочайшее чувство таланта Да, события сцены Спектакль продолжается пять часов, но а так, так вот я же никак мы не договоримся. Вот это вот все я же про эту про, про это про эту ясную поляну и мы выходим на второй акт и вот это должно начинаться вот с этого вальса и мы оттуда откуда-то свет погас и там поэтому там достаточно темно ничего не было не, не было понятно и когда зажгли нам свет и мы со всех щелей куда-то вылезли посмотреть на этот зал и вы не поверите зал был полон все сидели прижавшись друг к другу надев на себя вот эти вот капюшоны ни один человек не встал все сидели прижавшись друг к другу и еще сидели после этого четыре или там три часа и ни один человек не ушел до самого-до самого конца. Это вот было испытание, которое нам было послано, но... Но оно было выдержано. И все семейство толстых, и люди, которые были на спектакле. Потом было огромное количество в социальных сетях откликов именно на ту стихию, которая разразилась во время спектакля, и как она сплотила людей. И многие даже писали, мы побывали. И мало того, что мы видели спектакль, мы видели спектакль, который был вот как с, с этим громом и молнией, которые есть в этом спектакле и которые были созданы природой естественной декорации. И это было очень. Поэтому. Это было ощущение грандиозного события, как говорят очевидцы. Да, 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 да. А вот такая роль как балконский, она влияет на личность актера, она входит в состав исполнителя, она его как-то меняет. Ну, наверное любая. знаете что я хочу сказать про эту роль. я ее видел во сне. я не знал, что это балконский, я ее видел во сне и я видел как я ее играю. Когда это было? Давно это было. Это было вот, вот так, как я в театре давно, много лет, и я это видел во сне. Я э, видел какого-то безумного старика, который что-то такое чего то такое падает чего то такое это все я, я, я это видел я не, не, не помню я просто когда, когда вот мы стали вот это делать и этот сон который меня преследовал многие годы он как будто вот он стал, Воплотился. стал воплотился. да а роль любая остается она остается как, как влияют все, все влияет мне мне близка его позиция, князя Балконского, поэтому он мне по моему внутреннему состоянию, он мне близок и, и, и понятен. А то, что он личность такая неординарная, мне это было чрезвычайно приятно. Но вот но это я не буду, а то сейчас я. Давайте Евгений Владимирович. Нет, я я скажу. Были артисты художественного театра, те которые которые всегда очень чтут и и очень любят своих и своих никогда не сдают и всегда у них все то, что у них всегда лучше. И вот артисты художественного театра. Очень спорно. Побывав на спектакле. Один из них э, мне написал, известный артист, он мне написал, да, да, мы думали, что кроме Кторова никто не сможет сыграть эту роль. И вот когда меня смогли, и когда мне сказали, что, э, что ну хотя бы хоть как-то вот рядом поставили, для меня это самая, может быть, самая высокая похвала в... Э, Кторов был великий артист. В э, э, смысле, да. Просто написано, да. Вот. Ура! <laughs> ну, нахвалился. Своих не сдаем. А вот тут вот uh, дня три, наверное, Оль, назад, да, сидел женовач, он сидел. Uh, <laughs> и мы с ним разговаривали: ну, естественно, о театральной природе, о, театр, о природе режиссуры, о разном. И он сказал, что вообще никто не размышляет, не говорит сегодня. Это совершенно ушло из обихода о технологии. Дело о технологии ремесла, об актерской технологии, о технологии режиссуры. Ну так вот я и хочу спросить, а есть ли технология, по которой создается роль? Технология есть, как роль создается или не создается, вообще актерская профессия ⁇ это прежде всего ремесло. Как вот это, вот я не, не договорил фразу Островского, сейчас я опять буду про Островского цитировать, да, и когда, когда были аплодисменты, и мы с Максаковой стоим рядом, а мы играли с ней без вины, виноваты, и там есть фраза из Островского, да, будут у них завтра руки болеть. Потому что есть такая фраза у Островского, когда э, приходит э, э, Яковлев, который Дудукин, и, э, и э, говорит: Я был вчера на спектакле у Каринкина. Она говорит: Ну да, знаю, не болят руки-то после вчерашнего. Вот, да. И, и она говорит, да, будут у этих зрителей руки завтра болеть. Посмотрим. Да, про, отхлопали эти руки, да. А, и а, профессия. Профессия. И технология. технология, ремесло. Вот буду цитировать тогда а, а, роли, которые играл. Это роль незнамого в пьесе «Без вины виноватой», которую я уже третий раз сегодня цитирую. Когда он приходит к Кручининой для того, чтобы там получить там на чай или там что-то такое, чтобы она э, им дала какое-то вспомоществование, она к ним отнеслась по-людски, на что они вообще не рассчитывали и даже не могли предположить, что такое пробудет. Пр пр и она говорит, ну вы же актеры, там и вот идет какой-то разговор. И на что Незнамов ей говорит, вы можете считать свою профессию искусством. Мы вам того запретить не можем. Я откровение. Я считаю свою профессию ремеслом и ремеслом довольно низкого сорта. Не верю. Вот хотите верьте, хотите нет. Для того, чтобы научиться быть артистом, для этого нужно, как говорил Вахтангов своим ученикам первым, которые провалились на, на том самом спектакле нужно поучиться, нужно понять, даже любому, а с тому же незнамому, давая ему характеристику внутри спектакля, говорит: да, способный человек, но образования мало, поучиться бы не мешало. И здесь вот любой профессии нужно учиться. Актерской профессии пренепременно. принепременно нужно научиться ремесленническим вещам. Речь, там, двигаться оценивать факты, вступать в контакт, во взаимодействие, считывать какую-то информацию с партнера, слышать его. Ну, как, ну, такие вот ремесленческие вещи, которые, которые, можно делать на самом примитивном уровне. И ты думаешь, ты учился этому или не учился. А может быть, это очень серьезно, и как бы это вот все человек взрослеет. А еще в большей степени актерская профессия предполагает за собою, чтобы она была, ну, человек развивался. Мы вчера в театре поминали, вспоминали Михаила Александровича Ульянова. Ему завтра будет 95 лет, и вчера у нас прошел такой вечер. Он прошел у нас очень хорошо, и Лена его жена, которая расплакалась и сказала, что я никогда в жизни не видела ничего подобного, такого вечера, который был теплый и доброжелательный. Сделан он был совершенно примитивным образом, примитивно. Взяли дневники Ульянова и какие-то его высказывания. и на, на эти высказывания кто-то из артистов выходил, мы только велели, чтобы не расплывался по древу, а просто сказал несколько слов каких-то или спел что-нибудь и уходить. И просто в красивый какой-то такой ан антиград. Так вот, Михаил Александрович, там э, у него есть э, в, в, в его дневнике в 1945 году, он сказал, «Мишка, учись, учись, иначе тебя обойдут». Не будет у тебя никогда, ты не сможешь никого, так много за тобой идут людей, и если ты не сможешь быть нахалом до определенной степени, если ты не будешь скромным до определенной степени, если ты не, не, не научишься быть человеком и не будешь образованным, ты никогда не станешь. Этим человеком написано это было 19 какого-то декабря 1945 года. И он всю свою последующую жизнь, а артист он, с моей точки зрения, великолепнейший, великолепнейший, уникальнейший артист, который всю жизнь заставлял. Я играл с ним без вины и виноваты. Это я отвечаю на ваш вопрос. Да, я, я понимаю. Я не, не, не ушел в воспоминания о Михаиле Мы у нас были, когда мы ходили, когда мы перед выходом на сцену, у нас, к сожалению, мы заряжались до пуска публики в зрительный зал и поэтому до выхода на, на свою сцену у нас было 40 минут в замкнутом пространстве. Мы с ним на протяжении многих лет, трех-четырех, сколько он играл спектакль все спектакли находились вместе. Мы э, разговаривали обо всем, вот все, что только можно. И я ему и задавал вопросы, как ему в голову пришло в этой деревне Тара на артиста там поехать учиться, как это возникает, как вот как 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 оно возникает. Я же тоже вот родился в Ясной Поляне, там, ну это обычная, ну сельская не сельская школа, это школа, где ну, театр далеко, я, ну, как бы, но а где вот это вот появление театра я не несколько дней назад был в Туле со спектаклем «Пиковая дама» и выступал в филармонии. А, и я, когда вошел туда, я вспомнил, что это был тогда драматический театр Тулы. И я как-то вот стала память, она, вот она стала работать, напрягаться. Я помню, что школьником я оказался вот в этом здании на спектакле и вспомнил спектакли. Это, были, это была это было а, Айтматов, а, материнское поле. Я вот это вспомнил спектакль, и он тогда на меня произвел сумасшедшее впечатление. Вот где, где вот это вот где, где оно попадает, я не знаю. Но вот, вот я вспомнил, что я был тогда, что на меня это произвело. И он рассказывал, как где-то кто-то к ним приехал, он что-то такое увидел, Ой, и он начинает мне рассказывать о том не так, как книжки, а ну как бы как, как он приехал, как у него фибровый чемоданчик, как ему негде было жить, как это все. А в кни... а я говорю, а что в чемодане? Данчики, что, а что ему по собой У меня было три книжки, больше там мне ничего не было. И дальше он говорит, ты, а ты не представляешь, я приехал, они здесь из Москвы, они все, все умеют, а я ничего не знаю. Они мне какую-нибудь книжку скажут или картинку покажут, а я этого ничего не знаю. И я сказал себе, если ты, Мишка, учиться не будешь, то тебя сейчас обойдут, и вся твоя жизнь пойдет на смарку, и ты все погубишь. Поэтому я, поэтому это все необходимо. А когда когда это момент, когда это переродится и когда это станет момент, станет искусством, Бог его знает. Ведь искусство бывает всегда немного, особенно в драматическом театре. Оно бывает крайне редко. Ну вот там, ведь не напрасно, ну пусть это в 90-х годах книги изданы, ну неважно, но все равно издавали в 90-х годах. Например, 100 лучших спектаклей 20 века. 100. Тогда ты думаешь, на 100 лет, если по одному спектаклю в год, вот это получается, это лучшие спектакли, один спектакль в год, а театров-то сколько, а сколько этого всего. Наверное, это не совсем справедливо, наверное, можно было бы, чтобы их было побольше, спектакли туда попало. Но в эту книжку попали два спектакля театра Вахтангова это спектакль «Принцесса Турандот» и спектакль «Без вины медоватая Фоменко» и это вот спектакли, которые попали в лучшие спектакли 20 века, что при и их немного этих спектаклей таких, которые являются, которые становятся событием, а событием да событием а, а, как как они становятся событием Бог его знает так вот у как и вот и один еще из, из разговоров с Михаилом Александровичем Ульяновым, что нужно делать из себя человека, что в нашей профессии нельзя быть плохим человеком. Вот это он это многократно произносил. И это так оно и было. И когда в конце нашего вечера дали письмо Юлии Константиновны Борисовой, которая я думала, что мне легко будет написать о Мише и сказать о нем какие-то слова, а это невозможно трудно. Это мой портрет партнер на протяжении всей моей жизни. Я что я могу сказать, Миша? Как вот я как там в какой-то пьесе моя героиня говорила своему мужу: вот я смотрю на тебя и потому что я любуюсь на тебя и никак не могу тебя понять, потому что ты такой разный, разный, и вот такой ты разный. И вот, Миша, ты такой разный, 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 разный. Ты, Миша, разный, потому что я вижу тебя в 90-х годах, когда ты идешь в резиновых сапогах и несешь мешок картошки для того, чтобы я подкормить Юлькину семью. Или когда мы с тобой выходим с седьмого подъезда, мы сейчас с тобой играли Антони и Клеопатра, ты был мощный, ты был значительный, и я, и я, а, и мы, я спускаюсь, я одеваюсь, и ты стоишь, Миша, в кепочке, пальтишечка какой-то такой, такой скоженный, скукоженный какой-то. Я смотрю на него, на тебя, Мишка, смотрю и думаю, это что? Это вот его я сейчас на сцене любила, вот такое-то, вот такое -то, вот. Вот этого в кепке? этого самого, да. И вот, и вот это все. И, и вот эти вот вещи, которые есть в нем, и когда он начинал говорить за этими закулисами о своих детях, о внуках, а это все, и какая у него любовь к Алле Петровне была, как он ее понимал, как он, как, когда она, он ругался на нее, потому что она все время в грядках ковырялась, потому что ты видел, какие у нее руки, ты видел, какие, потому что она все время в земле ковыряется. Я говорю, ну, это же здорово. он говорит, да я ей говорю, зачем тебе это нужно, я же зарабатываю. Она же банки эти закручивает, а мы же это не съедаем, это все, это все. А они же, вон какие, Михаил Саныч Ульянов с, с Ал Петровной Парфаньяк, об этом же никто не знает, а потом они свои банки там раздавали, ходили, а когда, а когда приходили в театр, боже мой, они недоступны, они неприступны, они все, как, 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 это все надо, но а когда наступает весна, то грядка вот с руками, это все, вот это вот, это вот все тоже есть человеческое, оттуда тоже возникали все его роли. Все эти председатели, все эти Жуковы, все этот Почва, почва. Почва, почва. Это вот все оттуда. Оно просто так ни с того ни с сего ничего не бывает. Никто, нельзя научить таланту. Да уж. А? Да уж. Да уж. Евгений Владимирович, я хочу теперь узнать о другой вашей важнейшей ключевой роли ректора Института театрального имени Бориса Щукина. Что она от вас требует, чего, чего взыскует и чем мучает? Отвернулся от меня. Я позавчера, или когда у нас там была война и мир, я выхожу На служебный вход на улицу поднимаюсь, стоит стайка молодежи. Ну, кто-то там подошел, с кем-то, там что-то такое поговорили. Потом они подбегают ко мне. И там. А э, я хорошо знаю студентов там, начиная с третьего и четвертого курса. А первые два курса они, как бы, вот пока на меня не, ну, их не, не очень я идентифицирую, поэтому подбежали, ребята, я не знаю, кто это, и здрасте, здрасте, и вот это все. И стоит один мальчишка, у него слезы текут, девочка что-то, они пытаются что-то говорить, какие-то слова. Я говорю, «А вы откуда? Мы из Щукинского училища. Мне так стыдно стало, что я их не знаю. Да что, ну ребят, ну просто сейчас как-то вот я у кого на курсе? Валентина Петровна Николаенко, их человек шесть, наверное, стоит. Они были Мы вот такое видели, такое видели. Мы знаете, мы хотим вам сказать. Они говорят, мы хотим вам сказать. Мы знаем, мы. Мы знаем теперь, зачем мы поступили в театральный институт. Вот теперь мы можем сказать вам, зачем мы поступили. А я тогда слушаю их и думаю, господи, боже мой, мы не умерли. Значит, у нас выпустится еще десяток людей, у которых болит душа, у которых работает сердце, у которых есть отдача. Это значит, тогда они смогут эту отдачу, когда придут на сцену, отдать зрителям. И поэтому я жду, чтобы мы выпускали хороших артистов. Не надо много, пусть будет их немного, но только те, которые будут славить и театр, и нашу школу. Евгений Владимирович, сегодня спектакль, поэтому буквально три вопроса, если вы их... Так, кто у нас там есть? Дети. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам как-то помогло в жизни ваше первое образование, не актерское, или, возможно, вы жалеете, что не вошли раньше не на, на актера, или это какое то хороший, положительный, или наоборот? Спасибо. Для актерской профессии любой опыт хороший любой сидите, он любой опыт нужный хороший помогла мне в чем мне не пришлось считать я учился по математике очень хорошо и мне к сожалению ни разу не заставили начертить какую-нибудь кривую подъема роли или падения и этого мне не удалось никогда и не надо было этого делать я даже, хорошо знал начертательную геометрию, технологию металлов. Это очень сложные предметы, и я их понимал. И нигде они мне не пригодились. И теперь, если мне зададут какой-нибудь вопрос по... Ну вот если что-нибудь... Мне, наверное, долго нужно будет понять, чтобы, чтобы в это внедриться и сказать, ой, да, надо же, как все забывается. Это как иностранный язык, если ты знаешь его ты долго не говоришь на языке и он куда-то уходит у тебя как то потом наверное быстрее он восстанавливается но все равно уходит и ты не можешь вот я знал немецкий язык а потом перестал вообще этим заниматься я однажды даже никак не мог вспомнить как фэнст окно будет по, по немецки вот и в ужасе от того что ну что ну, я стал на память слагать а потом понял что просто просто это все Поэтому, а в, если в ректорской профессии, то, может быть, она и помогла мне, потому что а, там требуется сосредоточенность и очень четкость понимания того, что ты делаешь. Я, там, я понимал, там, в, когда мы делали перекрытие, я понимал, когда мы делали инъекцию фундаментов, я понимал, и мне это вполне пригодилось. Когда строили здание. И когда ну... строили здание, оно нам вполне пригодилось, и, и это все... И мы там много при, при, пристроили для училища, поэтому... Прекрасно там, пристроили. Поэтому... А, а, да. Я не думаю, что если кому-то достанется роль инженера, и, и мне, и еще кому-то, какому-то одаренному человеку, и сыграть инженера мне будет легче нет везде нужно играть человека потому что мы не профессию играем а играем человека вообще театр сейчас ольга будет со мной спорить и а может быть и не будет спорить во всяком случае я ничего плохого сказать не хочу и э, если это не так то почему они тогда так не подумали а я так думаю театр, вот театр, которым я занимаюсь и служу все эти годы, выпустив спектакль «Царь и Дип», мы его выпускали в Эпидавре. Эпидавр — это один из амфитеатров Греции, построенный в Древней Греции в V веке до нашей эры. Можно сказать, единственный амфитеатр — Который, над которым природа и судьба была благосклонна, она его не разрушила. Он сохранился в том подлинном виде, в котором он был. Мы там выпускали спектакль Царь и Дип. Это, это целая история, как мы там оказались с этим спектаклем и что это за спектакль постановки Римаса, уникальность этой постановки там. Я ее опускаю я, находясь там, никак не мог понять, для чего на расстоянии 20 километрах от моря, а когда-то там в Греции не было никаких тебе шоссейных дорог, и передвигались они в основном по морю, почему в такой глубине, в 20 километрах, построен амфитеатр. Театральный, непонятно, и вопрос, как бы он стоит, здорово, все это хорошо, там проводится сейчас фестиваль. А мы с женой все, я ей все задаю, она тоже занимается театром, ну, не, не как бы, ну, все умные слова мне говорят, а, а отклика я никак не нахожу. Потом мы смотрим, и а, там где-то там внизу идут какие-то ну, раскопки или что-то такое огорожено. Мы спрашиваем у служителей, которые, а что это такое? А, это идут, продолжаются раскопки, и там, там они, там, а можно туда попасть? Можно попасть туда, давайте мы вас туда отведем. Мы, нас приводят туда, мы расспрашиваем, а что вы здесь раскопали, и что это такое? Это Дворец Бога медицины Асклепия. О, вот здесь построен дворец, здорово, замечательно. Вот да, даже какой-то 3D показали, какой он там может быть, и это все такой небольшой дворец. Ну, дворец и дворец. А здесь нам показывают, вот здесь вот спортивное сооружение, а вот здесь видите маленький амфитеатр. А для чего этот маленький амфитеатр? А здесь проводились читки пьес и были конкурсы пьес, и э, здесь они уже там эти пьесы проходили места и та лучшая пьеса игралась уже тогда на большом театре. А какой-то странный, почему тогда первый ряд вот какой-то со спинкой, вот можно одни там высшие ряды э, садишься просто каменные ступени, а здесь со спинкой, вот так они сделаны каменные ступеньки со спинкой. Ну, это для меценатов, как уже тогда были меценаты? Да, конечно, иначе бы никакой там никакая пьеса не могла бы пройти, если в нее не, не вложиться бы. А вот это вот большие, вот здесь сейчас мы начинаем заниматься раскопками спортивного, спортивной арены. Вот здесь была большая спортивная арена. А для чего же мы тогда говорим, для чего же это все так было Ну как для чего? Бог медицины, он строил спортивные сооружения для врачевания тела, а театры для врачевания души. Вот если вы будете со мной спорить, спорьте. Это так, я, я, наверное, оно все гораздо сложнее, там Бахус, там это вот все, да, да, но построенный амфитеатр и театр для того, чтобы врачевать человеческую душу, после того, как пьеса «Царь Дип» заняла первое место, и после этого она шла на основной этой огромной сцене, и все жители, Древние Греции съезжались на своих колесницах, туда сидели, находились и смотрели, и учились, и им посредством театра говорили, смотрите, с каждым будет так, если вы будете поступать не так, как должно было бы поступать, каждому придет свое возмездие. Пожалуйста. А, Евгений Владимирович, а как вы думаете, какое самое главное качество для актера, чтобы эффективно сыграть свою чтобы что? Эффективно сыграть поставленную роль. А что такое эффективно? Чтобы зрители поняли, что он хочет э, донести. И... Выразить. Чтобы зрители смогли в роль. Вопросик часа на полтора? Я не, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, что нужно сделать. Нужно... Э, так как вот я... Э, как бы... Вот работают ребята наши. Репетировал царя в этого самого репетировал Юра Полек и Янга Харманов князя Андрея Балконского вдвоем. И репетировали они оба, и неплохо, но мальчишки пока там опыта немного. А когда шли до сцены, когда шли до выхода на сцену, он Яна Гахарманова не пустил и не дал ему ни разу сыграть. А делал он все неплохо и все так же. А вот он не дает ему, и что ты будешь делать? Он, наверное, неэффективно что-то такое делает а репетировал он очень эффективно и делал все возможное для того, чтобы у него все получилось. Мне жалко этого мальчишку. До сих пор ему дали сыграть как-то вот разочек, послали Римусу запись, видеозапись, как он сыграл, и он запретил ему играть. Вот, а, как, а как сказать еще, а как, что нужно сделать? Я ему не могу подсказать, этому мальчику, как ему нужно эффективно сыграть, чтобы ему дали возможность уже готовую роль, которую он репетировал неплохо, чтобы он играл ее. Я это подтверждаю, что он играл ее неплохо, я с ним играл. Но ему нужно было бы еще раз несколько поиграть, для того, чтобы, может быть, оно сдвинулось. Так не бывает. Никто заранее спланировать, что у тебя получится, не, не это невозможно. Искусство, оно не предполагает результата, ре, творчество не предполагает э, э, результата. Мы не знаем, театр состоит из того три единства, ну, автор, время, коллектив и зрителя. И если зритель тебя не примет, если он не пойдет за тобой, если у него сердцебиение не будет, не, за, не заработает сердцебиение от твоего сердцебиения, ничего не получится. Нужно самому уметь отдавать. Вот если ты эффективен и ты умеешь отдать себя, вот я сейчас вспомнил простое стихотворение, очень... Леонида Мартынова. Очень простое стихотворение. А ты, входя в дома любые, и серые, и голубые, всходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ. Ты, какой оставишь след. След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый, прочный след в чужой душе на много лет. Как сделать так, чтобы научиться оставлять в душах след? Можно этому научить? Нет. Учат, учат. Можно даже чему-то научиться. А вот все остальное, все-таки театр и любая э, сфера искусства, она предполагает талант. Это одна из необходимых составляющих. Не главное. Первое ⁇ это трудолюбие. Второе ⁇ это терпение. И только потом талант. Но он должен быть. Студенты, один последний вопрос. Все. Я... я ну давайте. Какой можете дать совету читающим актерам? Студентам? Какой-нибудь простой? Ну, учиться я уже говорил. Если не идешь вперед, если не двигаешься каждый день вперед, если ты каждый день что-то не узнаешь для себя нового, если ты себя не заставляешь преодолевать те неинтересностей, не, не которых очень много, а в учебе их огромное количество, и ты не делаешь их интересностями, то ничего из тебя не получится. Нужно каждый день вставать и говорить, я сегодня должна познать и узнать что-то новое, что-то новое открыть для себя, даже по предмету ОБЖ или даже, а уж по философии тем более, потому что без понимания философии ты вообще никуда не сдвинешься. А уж без знания литературы... А знание литературы — это что? Это чтение. А чтение — это огромный труд. «Война и мир» — четыре тома. Для этого времени нужно, для, нужно такой труд заставить себя это все прочитать. А это только одно произведение. А мировая литература, она до такой степени огромна, что одних авторов, наверное, не перечислишь. А уж прочитать этих авторов, это совсем нужно заставлять себя бесконечно трудиться. Если вы готовы к этому, у вас все получится. Подождите. Лев Толстой в письме современнику о народном театре сказал: театр должен быть средством распространения света между людьми. Подтвердим классика или опровергнем? Подтвердим. Теперь аплодисменты. Подтвердим. Театр, театр, а боже, какие красивые цветы, боже, боже, боже. Убегаем. Спасибо. Спасибо большое. Я не знаю. Вот кажется, кажд, каждый раз кажется, что кажется, что эта встреча, она твоя была совершенно глупа и бессмысленна. Я честное слово. Я надеюсь, что нет. Я, 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 С <со> вами <со> бы хотел быть искренним, но иногда искренность она не не. Да, да. Скажите. Я просто, я не вопрос. Но ну, поскольку я пришла, не могу не сказать, была войны и мира и взгляд из зала самый галерки. А, ну, достаточно будет. длительный спектакль, 5 часов. А, и зрители ну, уже во по второй половине, после второго антракта, уже так некоторые ерзали все-таки, особенно старшее поколение. Но скажу, Ваш монолог, когда вы вышли, зал замер. И действительно была тишина и полное внимание. Я просто благодарю за ваше творчество, за ваш талант и за то, что вы себе даете брастающего. Позвольте я вам. Здесь много студентов, молодежи. Я хочу, чтобы в каждом у вас, каждого... Мы же о чуде рассчитываем, мы рассчитываем, что мы столкнемся именно с ним, и нас оно ждет. А вот у Давида Самойлова такое понимание чуда. Рано утром приходят в скверы одинокие злые старухи и скучающие рантьеры на скамейках читают газеты. Здесь темно, разобато, влажно, город заспан, как детские щеки. На кроваво-кирпичных площадках бьют пожарные струи фонтанов и постриженные газоны, размалеванные тенью и светом. Этим утром по главной дороге шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала wash Эта лошадь была прекрасна, как бывает, прекрасна лошадь, лошадь розовая и голубая, как десу незамужней дамы шея, словно рука балерины, уши, словно чуткие листья, ноздри, словно серой замши, и глаза азиатской рабыни. Парень шел, и у всех газировщиц покупал воду с сиропом, а его белоснежная лошадь наблюдала, как как на стакане оседает озон с сиропом. Но, наверное, ей надоело наблюдать за веселым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Крыш!» — кричали злые рантьеры. «Брысь!» — кричали злые старухи. «Что такое?» — шляется лошадь, нарушая общий порядок. Лошадь им ничего не сказала, Посмотрела долго и грустно И отправилась вслед за парнем. Вот и все, ничего не случилось. Просто шел по городу парень, пил повсюду воду с сиропом, А за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим. От того их у нас не бывает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.